Химки присоединились к общероссийскому дню приема граждан. Глава городского округа Дмитрий Волошин провел встречу с жителями. Таисии Буровой 77 лет. Ее дом не пригоден для жизни. Содержать его самостоятельно пенсионерке сложно. Я уже дрова не заготовила, все, так что я там перезимую, перетерплю, пережду, лишь бы все было хорошо, чтобы как было благоустроено помещение. Ну, было я понимаю, что вы там ремонт не будете делать, я все понял, так, поможем, конечно. Глава округа Дмитрий Волошин взял под личный контроль обеспечение пенсионерки новым жильем по губернаторской программе. Да, мы вас поставим на очередь. На очередь сейчас. Это первый шаг. Второй шаг для того, чтобы нам, ну, для того, чтобы вам жилье предоставить, помещение должно быть признано непригодным для проживания. С начала года в общественную приемную администрации Химок пришли почти 800 жителей округа. Обратиться со своими проблемами может каждый. Запись на прием ведут через сайт и по телефону администрации городского округа.